Всем приветик, и сегодня мы с вами поиграем в игру Run Like a Fox или Jump Like a Fox. Fast Like a Fox, быстрый как лиса. Я захожу в данную игрушку тоже первый раз, и сегодня мы посмотрим, про что она и что здесь надо делать. Я даже не читала описание, я просто увидела пару скриншотиков. Так, в один прекрасный день сокровища племени Золотого Лиса были таинственно украдены. Тебя выбрали, чтобы ты вернул их законным владельцам. Выберите управление. Я хочу попробовать. Сказали, в этой игрушке очень необычное управление. Я решила... некоторые лисы бегают быстрее, наши сокровища и узнай, кто это сделал. Действуй как можно быстрее. Удачи! Окей. Тут есть секретный персонаж петух. Ну, давайте мы возьмем. Я только поэтому эту игрушку скачал, потому что мне было интересно. Thank you.
А, позади склонил. Я сдвинула палец, и мне теперь не дотягивается. Следующее видео. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик и расскажите друзьям. Колокольчик не забудьте, но только при том условии, что он у вас еще не нажат и вам приходит оповещение. Да. Ну, спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Увидимся в следующем видео. Мяу.